Сирийские беженцы. Самолет с женщинами и детьми из Сирии приземлился в Чечне. На борту 44 человека. Все они граждане России и стран СНГ. 9 человек отправили рейсом в Узбекистан и Казахстан. Остальные разъедутся по регионам страны – в Уфу, Орел, Дагестан. То, что им довелось пережить в боевых зонах Сирии, забыть сложно. Ралина Шарипова сумела вырваться с опасной территории вместе с детьми. Пережила все ужасы, которые возможны на земле. Все женщины и дети, которые там проходят, были летать просто. Пока там не очутишься, кажется, такого не бывает, невозможно. На самом деле это реальность. За последние 4 месяца из Ирака и Сирии вернулись 50 человек. Больше половины беженцев – дети.